Дорогие друзья, всем привет! Это «Воскресная фишка», рубрика, в которой мы учимся собирать кубик Рубика чуть-чуть быстрее. Эта фишка под номером 109, и она посвящена тому, как с помощью F2L выйти на OLL Skip. Ситуация достаточно простая для определения. Сверху все желтое, и только вот он единственный угол, который нам нужно загнать сюда. Смотрите, как это сделать так, чтобы у нас был OLL Skip. Мы убираем угол назад, а дальше вот этот угол, который оказался спереди, трехходовкой загоняем вот сюда. Раз, два, три. Потом делаем U и отменяем эти три движения. Раз, два, три. И пару поставили, и OLL Skip организовали. Думаю, что эта фишка будет полезна тем, кто собирает кубик Рубика примерно от 15 до 20 секунд. Именно на этом уровне можно в полной мере оценить пользу этого алгоритма. Ну и на этом остается только сказать вам спасибо за внимание и попрощаться с вами. До новых встреч на моем канале.